Я посмотрел уже 3 ролика с Дмитрием Главинским, и все они начинались одинаково. Вот с этого. И апогей его силовых результатов – жим лежа 305 килограммов при весе до 140. Кстати, тогда, ровно через неделю, он еще пожал 300 килограммов уже на других стартах. В каждом из своих роликов Дмитрий не забывает рассказать о том, какой он рекордсмен, но каждый раз забывает рассказать о том, что все эти рекорды были поставлены исключительно с использованием фармакологии, без которой он даже близко к таким результатам не подбирался. И очень у многих людей есть ошибочное представление о фармакологии. Они потому что считают, что это лишь небольшая добавочка к генетике, к тренировочному плану, к дисциплине и так далее, и так далее. И это представление в корне неверно. К сожалению, Дмитрий сам следует такому представлению и думает, что эти рекорды — это его результат. Хотя он таковым не является. Для того, чтобы это объяснить, я приведу вам следующий пример. Представьте, что у вас есть школьник, допустим, Дмитрий Головин, который является троечником по физике, но по какой-то непонятной причине решил поступать в институт, где надо сдавать на вступительных экзаменах физику. И для того, чтобы сдать ее успешно, на экзамен он приходит со шпаргалкой. С этой шпаргалки он списывает все ответы и получает высший балл. Естественно, поступает. И после чего всем начинает рассказывать, какой он молодец, что он поступил сам. Никому не рассказывая, что он использовал шпаргалки. И что без шпаргалок на самом деле он троечник и никогда бы такого результата не достиг. Его аргументация в этом случае сводится к тому, что ну это же он написал экзамен. Шпаргалка же сама не могла взять ручку и написать, правильно? То есть он пришел, он сел, он взял задание, он написал все ответы, а шпаргалка лишь ему немножко помогла. Согласны ли вы с такой позицией? Лично я считаю, что нет. Если он использовал шпаргалку, то это не его результат. Это его результат, полученный со шпаргалкой. И каждый раз, когда он об этом говорит, он должен в этом признаваться. Для того, чтобы не создавать ложного впечатления о себе. Дмитрий Главинский так не делает, потому что он еще со школьной скамьи привык списывать, привык обманывать, привык лицемерить, выставляя себя в лучшем виде, чем он есть на самом деле. И в предыдущих роликах я уже объяснил, что у него серьезные проблемы в школьных курсах по физике и геометрии. И с такими недостатками в знаниях я не понимаю вообще, как он получил аттестат о среднем образовании. Ну а на данный момент я хочу, чтобы вы уяснили для себя, что результат, показанный человеком с помощью химии, это результат, показанный с помощью химии. А собственные показатели человека могут быть гораздо ниже и далеко не такими впечатляющими. И когда человек скрывает это, или хуже того, явно отрицает это, как Лэнс Армстронг. Все хотят знать, на чем я. На чем я? Я на велосипеде, шевелю жопой по 6 часов в день. Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг, лишенный из-за допингового скандала всех 7 титулов победителя Тур де Франс, в интервью телеведущего при Уинфри впервые признался в использовании допинга. Стимуляторы – это неотъемлемая составляющая большого спорта, и без них невозможны рекорды. Однако простым смертным этого не говорят, чтобы не портить впечатление от просмотра красивой спортивной телекартинки. Yes or no? Вы использовали допинг в ходе всех 7 победных для вас заездов в Тур де Франс? Да или нет? Да. Как вы думаете, способен ли человек победить в 7 заездах Тур де Франс подряд, не используя допинг? Думаю, это невозможно. Всегда его поддерживал, и сейчас ничего не изменилось. Что бы ни происходило, для меня он величайший велогонщик всех времен народов. А мне плевать, врал, ну и ладно, пусть сам со своей совестью разбирается. А вообще жулик он, конечно, жулик на колесах. После публикации разгромного доклада антидопингового агентства США, Армстронг был пожизненно дисквалифицирован, лишен всех наград и спортивных титулов. Гонщику грозят обвинения в даче заведомо ложных показаний, поскольку в 2005 году он под присягой поклялся, что никогда не принимал стимуляторы. Подобное поведение достойно порицания, но ни в коем случае не восхищения. Так что на самом деле Головинский спортсмен, не среднего, да, высокого уровня, но далеко не рекордсмен. Все его результаты, рекорды, награды – это все результаты использования фармакологии, без которой он не может даже близко ничего подобного показать. Он всего лишь обманщик, который использует шпаргалки на экзаменах для того, чтобы победить других людей, для того, чтобы получить результат лучше, чем они. Но разве это дело – восхищаться обманщиками? Хочу увидеть ваше мнение в комментариях. Пишите.
Ну, я не буду говорить конкретно, что он мне сказал. Короче, прикол в чем? На форуме Доча, представляете, там, где я админил, на форуме Доча, есть мой пост, где я чуть ли не сознаюсь, что я химичу. Я тогда посмотрел, и мне Серега скидывает. Вот, дескать, с укором. Вот ты, Димончик. Короче. Я зашел, посмотрел. Он мне скинул скрином. Я ему пишу, а это по факту есть этот пост? Потому что я говорю, я вижу только скрин. Скрин можно прифотошопить любой. Я говорю, есть этот пост? Он говорит, есть. Я зашел, ради интереса поискал. И действительно есть этот пост. Я даже Лехе Шредеру говорю, прикинь, слушай, я говорю, как, насколько этот. Да, походу кто-то из админов Дочи подправил мой пост. И, да, там, короче, я как-то так пишу еще странно. Что типа, вот у меня были курсы, вот тут химичил, вот тут химичил, вот тут не химичил. Кто-то уже до такой хуйни даже докатился. Ну, то есть, вы же помните, да? Сел я на курс по факту в 2012 году, ближе к концу года. А тут чуть ли не там написано, что я где-то там, во-первых, что-то типа... Я как-то там то ли... Знаете, так по-тупому, то ли я спрашиваю, то ли не спрашиваю. Кто-то, короче, тоже с кривыми руками. На самом деле, много же вариантов было подставить Головинского, если кому-то прям сильно было надо. Ну, настолько это все криво было сделано, ну, просто, знаете, смотришь, и очевидно, что это просто дешевая тухлая наебанка. Что, видимо, кто-то из админов Дочи просто подправил сообщение. Я даже сейчас мог его удалить, но я специально не удалял, потому что у меня же есть, там можно удалять свои сообщения. То есть я могу просто удалить. Я даже оставил все как есть, потому что это, ну, знаете, если бы я удалил такое сообщение, значит, что меня бы взяло там, и я что-то, типа, что-то, как будто я что-то этот. Я сразу сказал, говорю, Серег, ну это вообще не в моем стиле написано, и вообще там даже по контексту, из контекста, если смотреть в обсуждение, то вообще не это имелось в виду.